Людей с какими редкими именами вы встречали в жизни, и кто были эти люди? Как вам сказать? Я прожила довольно долгую жизнь. Ибрагим вам что-нибудь говорит? Прекрасное имя. Аллах Акбар. Спасибо. Я прошла Афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее. Мужчина определяется делом, а не словом. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина.